Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Титан, и я продолжаю играть в игру Hand to Fate. Я могу ошибиться. Hand of Fate, наверное. Продолжим играть. Река. Running water, если верить мифам, бегущая вода много от кого защищает. В реальности это просто неприятная преграда. Победи, и эта фишка твоя. Путь вам преграждает река, вода прозрачная, но течение быстрое. Попытаться пересечь реку? Ну да. С огромный успех. Мне интересно, а что если огромный успех? Нет, не огромный успех. В легкой броне переплыть реку относительно несложно. К тому моменту, как вы достигаете другого берега, вы замерзли и промокли, но зато вы целы невредимы. А, если, наверное, сильный там успех, то я, видимо, не промок и не замерз. Ну ладно. А что, фишку-то он мне дал, нет? Странствующий ремесленник. Вау, сейчас что-нибудь купим. Так. В тесной роще в стороне от трактира вы встречаете бродячего торговца, который рад совершить сделку с путником. Подойти к прилавку, ну конечно. Приветствую, добрый человек. У меня найдется немало полезного для вас. Хорошо. Так, посмотрим, возможно, что у тебя есть. Купить предметы, продать предметы, купить еды. Продать предметы, давайте. Так. А у меня где-то... булава, щит. Нет, подождите, у меня... есть где-то ржавый какой-то... А нет, у меня только булава и меч. Булава и меч. Так. Вообще-то я бы меч продал. Да, давайте продадим меч. За четыре монетки, да вы... Ну ты, мужик. Четыре монетки. Купить еды. Не знаю, 12 хватит. Купить предметы. Давай посмотрим, что у тебя есть. Нажмите 2, чтобы создать ауру, благодаря которой каждый удачный удар будет приносить золото. Каждый удачный удар будет приносить золото. 40 стоит. Дороговато. Средняя броня, стоимость 15. Защита средняя, предоставляет хорошую защиту. А у меня какая? Не знаю, сейчас посмотрим. Цепи ярости, стоимость 40, защита средняя. Если во время боя вы получаете урон от луков и магических жезлов, появляется шанс перезарядить предметы. Предметов нет. Колпак исцеления, стоимость 35, эффект любого лечения для игрока удваивается. Вот это прикольно. У меня нет никакого шлема. Давайте вот это купим. Increasing the effect of one sort of magic with another. All you need is a channel for power, да, and вот. It's simple enough. Легкая броня. Надо бы нам среднюю броню купить. Давайте посмотрим. Средняя. Перезарядить предмет. У меня 40, 15. Ну, может быть среднюю, может быть сильно все не тратить. Давайте среднюю купим. Distinctly average. What do you expect me to say? Congratulations. Armor protects you from damage,
Так, а мы можем продать ту броню? Нет, а та броня куда у меня делась? Ей. Она, видимо, куда-то бесследно делась. Ладно. Золото 30, осталось 39. Эх, не хватает 40 на этого. Так, ну может едушки купить еще, не знаю. Одна единица пищи. 3 единицы пищи. 11 стоит, да? У нас пищи 12. Давайте купим, что пока есть возможность. Купим едушки. Я думаю, может хватит. Уходим. Да, выйдем из магазина. Купили немножко еды. Пока еще не знаю, насколько много надо еды вообще тут самое. Лестница, понятно. Да, иду я по лестнице, иду. Good. Now all you need to do is find and kill the Jack of Skulls, and we can progress. Валет черепов убить. Да-да-да, туда же есть. Валет черепов. Зал мертвого короля. Если бы не алчность, кто бы стал играть в эту игру? Конечно. В главном погребальном склепе вы видите древний, богато украшенный саркофаг. Наверняка в нем хранятся огромные сокровища. Но их охраняют. Монстры. Яй! More skeletons for you to deal with. Вот тебе скелет. Ну, давайте попробуем. Провал. Огромный успех. Я боюсь. О, огромный успех. Попробовать застать врага врасплох. Вы как молния, кидаетесь в бой. Убить одного из противников раньше, чем вас... Убив одного из противников раньше, чем вас успели заметить. Так, что дальше? Выберите монстра, которого хотите убрать. Пыль, черепа. Давайте черепа вначале. Или я не то выбрал? Почему пыль? Я же черепов выбрал. Ага. Ладно. Я вообще-то черепов выбирал. Туда. Так. Так. Блин, а. Это было жестко.
это было жестко, их столько много просто. Вы обыскиваете помещение и забираете все ценное. Сдающий дает вам карту. Три карты добычи. Теперь эта карточная фишка принадлежит вам. Да спасибо, что она мне дает фишка. Выдвинутый арсенал снаряжения. Вау, что там? Отчаянные меры. Вау. Мало кто выбирает оружие. Such misplaced confidence is usually their downfall. Отчаянный мир, урон 32. Чем меньше здоровья владельца, тем больше урон наносит эта булава. 32. А у нас 27. Не, ну давайте эту возьмем, 32, и... Не, нормально, вот эту возьмем. Припасы, яблочки. One of my cards. A small benefit. Еще один. I will not be so graceful for long. О, защита средняя. Ну, у меня как бы тоже средняя. У меня то же самое. Я ее продать могу. Потом. Да? Это ж одинаково. Да, да, нет, не надо откопировать. Спасибо, у меня столько фишек, я не знаю, что их делать. Ну-ка посмотрим, так, что у нас, значит. Ну, булаву можно продать, это можно продать будет. Ну, что так, неплохо. Неплохо так. Ну что, давайте дальше, вперед. Вперед. Засада. What did you think would happen with a card called? А чего ты ожидал? Карта под названием Засада. Подождите, а там я что, черепов не убил, там просто выбрал пыль, она можно было черепов. А я вообще черепов выбирал. Ну да ладно. О, у меня здоровье это как-то улучшилось, да? У меня было. Прикольно. А я думаю, здоровье так и осталось там 80 с чем-то. Легкий шорох за спиной. Все предупреждают. Деньги, которые вы получаете, о грядущей вам смертельной опасности. Монстр, давайте. Пыль. Их двое, по-моему, да? Ну, двое, это, наверное, не так страшно. Четверо, это, конечно, жесть. Ва! Меч. О, булава. Ва. Ну что ж. А, не успел. А, да что я не успеваю-то? Обыскивая место битвы в поисках ценностей, вы вдруг понимаете, что один из противников лишь притворяет смертным. Вот он какой, а? Подкрасться и перебить противников. Ну да. Успех, успех, провал. А, он меня еще может задеть, да? Ё-моё, ладно. Фу, успех. Подкрасться и перебить противников. Один удар по голове. И все. Больше не притворяется. Вы заканчиваете обыск. Сдающий дает вам карту. Три карты добычи. Ну-ка, ну-ка. Снаряжение. Арсенал. Ну-ка, что там? Я вот эту хотел. Просто я не хотел деньги тратить. Контракт наемника. Нажмите
2, чтобы создать ауру, благодаря которой каждый удачный удар будет приносить вам золото. Вот это круто. Artifacts provide powerful special abilities using combat, но их подготовка требует времени. То есть на двоечку нажмите, да? На двоечку. Так, яблочки. Ням-ням-ням-ням-ням. А зелье здоровья получить. Немножко здоровья приятно, но не более. 10 единиц здоровья. Вау. Итак, дальше, ребята. Прикольно. Лавка. О, сейчас что-нибудь прикупим. Что-то золота мало. Ну ладно, сейчас продадим что-нибудь. Лавка, это хорошо. Темные рощи. В стороне трактира. Вы встречаете бродячего торговца, который рад совершить сделку с путником. Понятно. Можно снадобья найти. Все понятно. Давайте в лавку пойдем. Приветствую, добрый человек. У меня найдется немножко полезного для вас. Спасибо. Дружище. Только цены сильно не задирай. Цены. Скидки. Требую скидки. Купить предметы, продать предметы, лечить раны. А, я здоров. Круто, у него раны можно лечить. Круто. Продать. Среднюю броню продаем. Потому что у меня же две их. Булаву эту продаем. Это не продаем. Так, подождите, отчаянная мера. Средняя броня. Это все оставляем. Это все оставляем. Так. Что у нас? 35 золота. Маловато. Средняя защита. Шлем исследователя. Раскрывает проход по лестнице при входе на уровень, а также приносит золото за каждое событие на уровне. Даже не знаю. Урон 20, но это не надо нам 20 урон, ржавый топор. Дыхание стойкости. Каждая третья встреча не требует пищи. Нажмите правая кнопка мыши, чтобы ударить цель щитом. Нажмите Q, чтобы отразить снаряды. Да что-то пока. Ну так. А у нас что за щит? Давайте посмотрим, что за щит и что за шапочка, шлем. Эффект любого лечения для игрока удваивается. Вот это как-то вот хорошо. Пассивная защита. Я думаю, давайте покупим пока это. Вроде бы как-то все у нас более-менее. Насчет еды, 17 еды. Да вроде пока не надо. Давайте покупим денежки. Да, покидаем торговца. Вперед. Так. Нападение разбойников. Разбойники, сейчас мы попробуем их. Внезапно на вас нападает банда разбойников. Король пыли не позволит безнаказанно убивать его людей. Ну, ладно. Хорошо. Одеваемся. Вау. Так, два артефакт. Я хочу артефакт денежек заработать.
Их, сколько у нас детишек? Получилось? А, 47. Что-то заработали. Среди трупов вы находите обрывок пергамента с описанием вашей внешности и предложенным вознаграждением. Предложением вознаграждения от короля пыли. Сдающий дает вам карту, карта добычи. Ну-ка. Здоровье. 50. Ну, мне столько не надо. Ну ладно. Пойдемте дальше, ребята. Палет черепов. The undead. Of all the players in the game, these are the most dangerous in the world. Yet in no natural form. A wrongness. Не могу, когда одновременно он болтает. Cheating. Эту стойкую нежить невероятно сложно уничтожить. Скелет необычайно силен, а также способен оживлять недавно поверженных скелетов, находящихся непосредственно рядом с ним. Эти нечестивые твари возглавляют отряды простых скелетов, вселяя ужас в сердца любых теплокровных созданий. Пока вы не победите этого демона, его легионы практически бессмертны. Короче, надо его бить. A challenge for you and a token if you succeed. Фишку, хорошо. Вы нашли валет черепов. Скажи, хорошо. Фух. Ну что ж, основная битва на трудное самое. 4, получается, черепа, да? Где-то основной валет черепов. А вот он, валет черепов. А там с ним эти черепушечки с ним. Shots from rifles cannot be deflected. You would do better to avoid them. Are you agile enough? Да что я застрял-то, а? Чё там, кто там? Где он там валит черепов? Где он там? Подождите, надо мне валет этот черепов. Да что я застрял-то? Жизнь была. Вот это же скажешь. Well done. Well done indeed. But you have roused the dead in their dusty tombs, and even I cannot say what will come of it. Now our wager becomes more interesting. Will the tools you've earned suffice to address the challenges I pose? That is the question, is it not? А чего активировать? Не понял. Ну, давайте активируем. Появился пакет расширения игры под названием «Убийство в море». Убийство в море. Вау. Пираты. Хе-хе. Салага на суше. Ага. И чего? И что? Добавить карты. Охота на белого минотавра началась. Песня белого минотавра. Не знаю, ребят, что-то такое открывается. Добавить как-то.
Белый Совет расширяет свое влияние. Белый Совет. Добавить карты. Загружаемый контент залы короля гоблинов. Готово. Залы короля гоблинов. Не знаю, что-то, видимо, я открыл это все, что-то добавляется. Типа бустеров мне напоминает в Хардстоуне. Пресподня ждет от вас жертвоприношения. Прибытие нечисти. Че, долго активировать это было? За помощь капитану... Капитан Джек, есть. За помощь капитану гвардии вы получаете следующее. А, надо выбрать. Давайте тут. Булава. Булава. Окей. Да, типа бустеров. За вылазку в зал мертвого короля вы получите... Что? Сундук с сокровищами. Ей! В качестве награды за победу над моим валетом скелетов ты получишь эти новые карты. Точно бустер, как в Хардстоуне. Горнило. Дама пыли. Любезный жрец. Буря в пустыне. Буря в пустыне. И последнее. В качестве награды за победу над моим валетом скелетов ты получишь эти новые карты. Шлем отражения, всепоглощающий стыд, вот у меня Steam, ребята, мой, крыло ангела и морозный клык. Прикольно все это, надо только разобраться. Вау! Shall we deal again? Сдаем еще раз. Прикольно, прикольно. Ну что ж, давайте на этом закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Битва была прикольная, интересная. Такая игра. Ну, мне нравится такое, сами знаете. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.